Привет всем! Это канал Карины и Киры. Сегодня я, Карина, решила показать всю коллекцию наши, мы вместе, которые собрали с Кирочкой. Так, вот эту вот кисточку зовут Фа. Ой, эту Кэти зовут. Кэти. Дальше следующую кису у нас зовут. Ее зовут Фиш. Его зовут, что ли. Он с рыбкой. Дальше у нас идет голубенькая кисточка. Ее зовут Шкода. Следующая киса это Сиама. Следующий котеночек это у нас Вайс. Прикольненький. Вайс. Следующий котик это Тедди. Вот они все. Сейчас я вам покажу. Вот кисы прикольненькие. Давайте я вам покажу в кадр. Первая киска это Тедди. Я вам хотела показать кладыш. Привет, меня зовут Тедди. Я очень наблюдательный, обожаю следить за всем, что происходит вокруг. Поэтому у меня такие большие уши. А еще я люблю математику и умею считать. Помоги решить задачу. Продолжи цифровой ряд, найди закономерность. И спеши в ряд недостающих цифр. 2, 5, 3, 6, 4, 7. Ну, это легко. 2, 4, 5, 6, 7. 8 здесь цифр пропущено. Итак, следующий котеночек. Этого мы уберем в сторону. Следующий котенок это Кэти. Или Кэти. Да, Кэти. Вот здесь надо найти кота и ввести. Вот он, котик. Итак, я вам читала, но кто не видел, можете перелистнуть, если я сейчас буду читать. Но я прочитаю. Привет, меня зовут Кэти. Я очень аккуратная и легко умещаюсь, где хочу. Особенно в любимой корзине. Я обожаю играть в прятки. Помоги найти кота среди собак. Вот, мы положим ее сюда, с котиком. Следующая киса, это у нас Сиама. Я почитаю. Привет, меня зовут Сиама. Я очень люблю гимнастику. Мои кости очень гибкие. А еще я люблю придумывать загадки. Сможешь отгадать? Отгадай загадки, пиши ответ. Без расчески причесался и умылся без воды. В кресло мягкое забрался и запел на все лады. Напишите ответ в комментариях. Теперь вторая загадка. Конь, канат, бревно и брусья. Кольца с ними рядом. Перечислить не берусь. Я множество снарядов. Красоту и пластмастику дарит нам. Вы должны угадать. Следующий котенок. Это у нас Шкода. Это на киском. Я прочитаю. Привет, меня зовут Шкода. Я очень люблю, когда меня гладят, как и все кошки. Люблю подтягиваться и точить глазки. Обожаю позировать. Люблю, когда меня рисуют и фотографируют. Изобрази меня с моим друзьям. Раскрась картинку в соответствии с котятами. Вот здесь надо... Это Сиама. Надо вот ее, например, раскрасить. Это ее подружка. Как она здесь вот. Тигра нет у меня. И она сама. Жалко, что не могу найти тигру. Кстати, у нас всего было 8 коробочек. И 2 повтора нам попалось. Это киска Шкода и Кэти. Жалко, конечно, что 2 повтора. Следующий котенок это у нас
Следующий котенок это у нас Вайс. Я прочитаю. Давайте сейчас закрою освещение. Привет, меня зовут Вайс. Я самый сообразительный из всех. Отгадал множество загадок, но с этим не могу справиться. Давай отгадаем ее вместе. Вот здесь загадка, как бы. Напишите в комментариях, что это такое. Итак, вложим ее в нашу коллекцию. Так, следующее у нас котенок. Это... Сейчас я найду вкладыш. Это у нас... Фиш. Ой, видно... Почему-то у меня два таких. Видно, мой братик, я ему подарил вот этот. Моя сестра, то есть это. И вот это. Вот видно, он перепутал этот вкладыш с этим. Вот. И, ну, я читала. Там я сейчас вам скажу. Привет, меня зовут Фиш. Я очень люблю ловить рыбу. И там надо было... И помоги мне найти ошибку художника. И там было задание... Найди ошибку художника. Вот вся наша коллекция. Вот. Пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте пальцы в руки. Пока. Не забывайте.